Мне кажется, что закон о запрете мата имеет две стороны. Конечно, с одной стороны, мы бы не хотели, чтобы наши дети видели по телевидению или читали в каких-то новостных колонках какие-то матерные выражения, набирались оттуда подобного. И, конечно, когда мы смотрим телевизор, мы все прекрасно понимаем, что мы постепенно набираемся от того, что каждый день слышим. А вот что касается развлекательной программы, театра, кино и какой-то концертной деятельности, я бы на самом деле этот закон, может быть, чуть-чуть скорректировала бы, потому что все-таки иногда, иными словами, высказаться нельзя, и мы таким образом можем с таким выражением, может быть, даже и матерным, выразить все, что хотели сказать. Поэтому все-таки кино и театр — это творчество, и творчество, мне кажется, такие вот реформы касаться все-таки не должны. Поэтому мне кажется, что можно как-то внести коррективы, и тогда мы будем к этому относиться по-другому.